Сегодня в южной части туркменской столицы, у подножия горной системы Капидаг, состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу, воздвигнутому в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, выдающегося туркменского поэта, мыслителя и гуманиста. Первая корзина с цветами от имени президента Туркменистана была установлена у подножия монумента. Это стало выражением глубокого признания и преклонения перед поэтическим и правительским гением Махтумкули Фраги, его беспримерным гражданским мужеством и безграничной любовью к отчизне, которую он воспел и прославил на века. В церемонии возложения цветов также приняли участие члены правительства Туркменистана, руководители и представители общественных организаций, деятели культуры и искусства, молодежь и многочисленные жители и гости Туркменистана. Яркий ковер из цветов, устилающий подножие монумента, стал символом народной любви и безмерного почитания великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.